Здравствуйте всем, кто смотрит мой канал. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как связать вот такие вот квадратики. Для образца нужно набрать любое нечетное количество петель. Я набрала 31 петлю и начнем вязать с первого ряда. Кромочную снимаем. Провязываем весь ряд лицевыми петлями. В конце ряда вяжем одну кромочную изнаночной петлей. Второй ряд кромочную снимаем. Вяжем 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Далее 3 петли провязываем вместе лицевой, нить за работой. Далее 13 лицевых. И в конце ряда кромочную изнаночную. Третий ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 13 лицевых. И одну снимаем нить перед работой. Далее 13 лицевых и кромочная изнаночная петля. Раппорт этого узора состоит из двух рядов. Далее продолжаем чередовать второй и третий ряды. Вяжем до тех пор, пока у нас не останется 3 петли на спице. Вот я уже провязала наш квадратик. У меня осталось 3 петли на спице. Их надо провязать одной петлей лицевой. Все. Вот. Это у нас лицевая сторона, а это изнаночная. Всем спасибо за просмотр и удачи в вязании. Всем пока-пока.